вашей дружеской обстановке и вообще цели встречи с нашими выдающимися выпускниками, это прежде всего действительно задать те вопросы, которые вас интересуют. Большая часть вопросов, которые сегодня включали, они показывают действительно интерес. Ну и второй момент, что уже военмед готовит серьезных специалистов, поэтому любые дискуссии, любое социальное общение, любое умение задавать вопросы, самое главное, умение осознаваться. Привыкать к этому, что вы должны осознать, задумываться, пробуждать ваше самосознание, какие-то вопросы иногда задаются людьми, и когда наконец-то формулируется вопрос, у самого себя бывает возникает ответ. Это вот одна история.